Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы в гостях у Виктора Тропченко, дендролога, ландшафтного дизайнера. И, наконец-таки, он нам покажет свой, возможно, ну, не образцовый сад, но тот, о котором он нам рассказывал в наших роликах, которые мы с ним снимали по поводу дизайна посадок, и расскажет, что такое ландшафтные сообщества растений, которые живут в любви, гармонии и дружбе, как это должно быть стильно, модно, современно, молодежно и правильно. Витя, здравствуй. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я, правда, сделаю маленькое уточнение. У меня есть определенное сомнение, что в сообществах они живут в дружбе, они в сообществах живут в конкуренции, но, тем не менее, вместе. Здесь была попытка, здесь был участок после стройки, засыпанный песком, куда был привезен слой земли, и после чего мы подбирали деревья, поскольку этот участок, этот дом предназначен для круглогодичного проживания, соответственно, основной акцент поначалу делался на вечнозеленые хвойные растения. Здесь есть несколько, два вида сосны, пихта, ель черная, и в общем-то, сосны мы взяли крупномерные. Это сосна Банкса, моя любимая, которая вот на заднем плане. Здесь они были 5-6 метров высотой. Посадка прошлого года. Они потихоньку приходят в себя. Я их также посадил чуть-чуть выше уровня грунта, потому что, ну, вот эти небольшие холмы сделаны, потому что это визуально приближает многолетники, с одной стороны, а с другой стороны позволяет растениям оказываться в более благоприятных условиях. То есть корневой системе. Это значит, что здесь не будет замокания, это значит, что здесь будет лучший прогрев. Ну и, кроме всего прочего, всегда немножко этот небольшой вот штрих в виде геопластики, которая, в общем-то, не видна, потому что классическая геопластика, как ее все считают, это пупырь, на который положили газон. То здесь это выглядит просто холмом и поднимает растение, позволяет сделать вот этот вот цветочный дисплей. Вот. Я так понимаю, более развернутым в сторону зрителя. Да, тут фитопластика на геопластике, можно так сказать? Ну да, ну скорее всего да. Зимой, конечно, это холмы, да. Они видны. Ну Вить, ну первый вопрос, поскольку мы говорим все-таки про игры в экологию, да, потому что ты все-таки стараешься создавать вот такие вот сообщества, близкие к природным. Я понимаю, что это не биоценоз, а агроценоз, но тем конечно не менее, мы сейчас стоим на огромной площади газона. 25 соток. Нет, участок 25 соток, площадь газона 7 соток. Но просто здесь надо сказать, что это третий проект, который здесь на этом участке был сделан. И в этом проекте газона меньше, чем в двух предыдущих. То есть я взял за основу то, что мне дали, и немножко добавил к этому вот эти вот линии, которые некое кольцо, которое здесь фактически образует этот газон. В частности, мне говорили, что и они тут бегают иногда по этому газону, занимаясь такой разминочной, потому что он образует фактически круг по участку. И, соответственно, это фон для посадок. И, конечно, ну, если быть честным, газон в устройстве стоит дешевле, чем любые многолетники, любые кустарники. В дальнейшем, да, он требует ухода, требует косьбы. Здесь, кстати, нет никакого автополива, здесь поливается вручную в жаркие дни. Вот. Здесь уход за газоном минимальный, то есть здесь вот удобряют 1-2 раза за сезон, косят каждые 7-10 дней и, в принципе, поливают в жаркие сухие дни, вот как у нас было не так давно. И, тем не менее, он выглядит довольно прилично, хотя вот тут есть определенные моменты, но здесь есть собака, которая иногда ходит в туалет, соответственно, образуются пятна, на которых трава растет лучше в силу большей дозы азота. Но это жизнь, и, соответственно, вот эти вот веревки, которые вы видите, здесь они будут везде по границам цветников, они как раз служат препятствием для собаки. Она действительно практически не ходит туда. Ее воспитали, что когда она видит вот это, она туда не ходит. Здесь где-то получается 7 соток под посадки будет, 7 соток под газон. Посадки еще не закончены, газон положен был сразу. Но общая площадь участка порядка 25 соток, остальное это мощение и постройки.
Ну, это уже большой серьезный сад, да, и я так понял, что каркас его образуют вот эти любимые твои сосны Банкса. Да. Вот, и остальное, практически остальное, наверное, процентов 90 всего составляют травянистые многолетники. Я не так много видел здесь каких-то кустов. Их пока кусты будут по периметру, которые еще не сделаны. Это у нас просто это началось в 19 году, август-сентябрь. Это был газон холмового геопластика, посадки некоторых хвойных. Потом был следующий год, 20-й год, когда были посажены сосны Банкса весной. И потом летом посажены многолетники. В этом году мы еще сделали два куска, в следующем году сделаем еще куски. Ну, это естественный ход развития сада, когда заказчик не может сразу или не хочет потому что это все в конечном итоге набегает очень большие суммы. Безусловно. Потому что даже если одна единица, один квадратный метр мощения газона, один многолетник стоит вроде бы недорого, но счет идет на сотни и тысячи. Да дорого ведь дорого. Растения дорожают с каждым годом, дорожают, и строительные материалы, и растения, я вполне понимаю. Поэтому каждый раз удивляюсь, когда кто-то кому-то сделал сад за 3 месяца. Хотя, наверное, более распространенная история, когда это все-таки немножечко растягивается и, возможно, на несколько лет. Просто сад можно сделать за 3 месяца. Вопрос финансирования. Да, вопрос, да. А так, как бы, здесь еще в чем определенная прелесть сюжета? В том, что люди видят результат и после этого, больше доверяют. Потому что если ты делаешь все сразу, они, конечно, видят картинки в портфолио, их можно привести к другим заказчикам, показать, что уже где, когда было. Но все равно, когда они это видят в процессе, они уже понимают, что будет все хорошо. И относятся спокойнее к каким-то возможным недочетам, поскольку мы имеем дело с живыми существами. У нас мало предсказуемый климат, в частности, вот эта месячная или даже полуторамесячная жара посреди лета, она, в общем-то, немножко подпортила нам посадки этого года. Видно даже и старшие посадки, некоторые чуть-чуть растения поджарились на 30-50 градусов. Важно, что мы сделали эту важную ремарку, чтобы люди понимали, что сад пока еще как бы в процессе, да, и он до конца не закончен. Ну, тогда приглашай меня, собственно, на рандеву, пройдемся, посмотрим на все игры в экологию, которые ты здесь производил. Пойдем. Вот этот уголок, он находится в полутине. Здесь солнце появляется где-то после обеда. Поэтому здесь предполагаются 2 сосны, одна из которых не очень благоденствует, но вторая вполне развивается. И здесь со стороны, которая более освещена, растут растения светолюбивые. Опять же, на холме манжетка, робустика, отцветший уже астильба страусенфедер, страусиное перо, василисник сплендид, и флокс Blue Paradise. Это солнечная часть. Ну и дальше там, конечно, любимая моя герань Розанна, которая здесь везде в больших количествах присутствует, потому что она обеспечивает цветение в течение всего сезона. Далее, вот та часть, которая чуть-чуть больше в тени будет, и с другой стороны этого цветника, там растут горянки, увулярии, глауцидиум и прочие странные растения со странными названиями, часть из которых сохраняет листья на всю зиму. Там также маленькая карликовая хоста, щитовник родственный и немножко раджерси, которая как раз погорела от жары, которая была. Да, раджерси погорела, зато горенки выглядят прекрасно, потому что это же растение декоративное круглый год, это же зимозеленые растения. Да, да. Да, и, собственно, я так понимаю, что устройство цветника сделано по тому принципу, что более крупные растения посажены сюда и зацветающие позже, а те, которые начинают уже как бы играть роль основного цветника ранней весной, ранней весной, может быть, даже и зимой, если нет снега, то оно выходит вот примерно вот на вот это вот патио, на эту террасу. Здесь просто, дома. И здесь еще как раз очень наглядно, очень забавно, что здесь вот эти вот веревки, которые играют роль поддержки растений, которые иначе бы совсем лежали на газоне, и в этом смысле они оказывают даже какой-то декоративный эффект. Мы выбрали специальные веревки из джута или пеньки, и, соответственно, некрашенные деревянные столбики, чтобы это было максимально нейтрально и природно. Нет, по поводу веревок хороший, между прочим, мне каждый второй человек спрашивает. Тех, кто, имеет собачек. Я подсмотрел в заряде, честно скажу. Молодец, мне кажется, так и надо. На то он ландшафтный дизайнер, что он какие-то решения ассимилирует для собственных нужд. Иногда собачка перекусывает веревки, иногда она как-то ведет себя несколько грубо, но это живые существа, так, и с ними не собачка, а крокодил, потому нет, что... Нет, это нормально. Перекусить эти канаты довольно просто сложно. Собачка выросла на улице, и поэтому она, ее характер
Нам сформировался там же. Но тем не менее, вот это вот все живет, ведь это классический тезис о том, что сады с собаками нужно сажать елки, сосны, туи уже не сажать, потому что их описывают, они почернеют, многолетники не сажать, потому что они будут валяться. Вот прекрасная иллюстрация того, что цветущий сад может быть в доме, где есть, в общем-то, собака, которая... Причем, по-моему, их даже две. Их больше, чем две. Просто даже больше, чем две. Две маленькие и одна большая, которая достаточно крупный пес, который... со своим характером. Ясно. Давай показывай дальше, какие у тебя здесь есть еще интересности. Слушай, замечательная какая зона. Я смотрю, тут поделено что-то такое. Гостевой домик или баня, или какая-то летняя отдельная кухня, терраса. Которая летняя в итоге кухня. Используется как круглогодичная кухня и открытая терраса для отдыха. А здесь как раз важные цветники находятся. Они идут вдоль бани и кухни. Они довольно узкие, относительно узкие. Здесь меня попросили сделать максимально ярко, хотя я, конечно, ударился в эту вот бесконечную тему сиренево-фиолетовых пурпурных тонов, но с отдельными вставками и монарды, которая изначально предполагалась красная, но там посеялась пурпурная, и в итоге это оказалось вполне уместно тоже. И флоксы мы вот сейчас тут сюда добавим, чтобы был на вторую часть лета какой-то яркий акцент, то что меня просили поярче. Ведь, ну вот что интересно, возвращаясь как бы к вопросу об экологии, или я не знаю, к экологии ли это относится, вот второй сад, который ты мне показываешь, и в нем нету ни роз, ни пионов. Пионы есть. Они просто спрятаны. Нет, пионы есть. Просто пионы отцвели, они выполнили свою роль. Они просто остались зелеными кустами, потому что в июне не так много цветущих растений. А сейчас вот пик цветения вот этих всех новых многолетников, которые довольно плотно здесь сидят. Это, кстати, посадки прошлого года, но здесь их хорошо покормили, поэтому здесь все такое крупное. Ну, слушай, ну а что ж ты ополчился так на розочки, на наши любимые? Я не ополчился на розочки, а кто их будет укрывать? Если ты хочешь, например, плетистую розу полноценного размера, а не просто две палочки, ты будешь каждую осень укрывать 5-6-метровую штуку, ты будешь колоться каждую осень. Весной ты будешь это раскрывать, натягивать на опору. Я когда объясняю людям вот тот объем работ, который будет, они думают, что им это просто не надо. Хорошо, давай, расскажи мне, вот если мы, например, имеем вот такие вот травянистые многолетники, замечательные, состоящие вот в конкуренции, дружбе, в таком экологической идиллии, на которых сидят бабочки, пчелы, с ними мы имеем какие-то проблемы, вот относительно роз. То есть я понимаю, что им не нужна обрезка, но им все равно же, наверное, нужны какие-то тоже уходные мероприятия. Ну вот, пожалуй, полей в жаркие дни. Вот когда жара, сушь, да, поливать надо. Что бы там ни говорили. Потому что они, конечно, скорее всего, не погибнут, если их не поливать, но очень сильно пострадают, завянут и будут выглядеть плохо. То есть они начнут сохнуть листья, ну вот как там, например, Роджерси видно. И поэтому, да, полив нужен. Это, в принципе, все обрезать. Ну, можно замульчировать свежую мульчу, если это требуется. В том саду, где мы были, там не было мульчи вообще, в принципе. Здесь мульча используется. Это немножко упрощает уход. Ну, совсем немного, потому что сорняки все равно прорастают. Просто когда высокая плотность посадок, сорняков почти нет. Хотя эти цветники пололись, в прошлом году пололись, в этом году два раза пололись уже так. Но каждый следующий раз все меньше. И здесь мы сделали одну штуку, как раз которая помогает избавиться от сорняков в цветнике. Мы здесь сделали бровку, причем бровку, то есть вырыта канавка на границе цветника и газона, достаточно глубокая. Мы извлекли оттуда, наверное, литров 50 земли с полгонного метра, я думаю, оттуда извлекли. Засыпали это мульчей. Это достаточно накладно именно по объему мульчи, потому что я почти уверен, что пройдет год или два, мульча перегниет, и корни, да, и корни через нее пройдут. Но вот как вариант, вот это было сделано в мае, и сейчас все прекрасно, ничего, никакой газон не пролез, аккуратная бровка. А вариант Б, это можно сделать, в принципе, просто вставив бордюр, достаточно глубокий. Но это, с этим надо бороться, потому что самый большой враг цветника – это газон, который пролез в цветник и там уже начал расти, потому что это обычные травы, обычные высокие злаки, которые полметра могут достигать. Ну, все-таки опять цветник. Газон. Да, опять мы возвращаемся к проблеме, людям которые... хочется газон, да. Людям нравится газон. Но даже... без него не обойтись, это утилитарная вещь. С одной стороны, да, с другой стороны, понимаешь, опять же, когда мы начинаем считать сметы и смотрим стоимость газона, стоимость многолетника, там... Да. Ну,
не всем это по карману. Витя, расскажи, это все очень дорого. Да, мне интересно, в этом саду тоже, что я вижу, его отличает от того, в котором мы были до этого, большое количество гортензий. Если там их не было совсем, то здесь метельчатых гортензий довольно-таки много. Это разные сорта, разные высоты, возможно, разного периода цветения даже. Как ты оцениваешь вообще потенциал вот этого вот кустарника? Ну, я раньше его терпеть не мог, но заказчицы любят гортензии, я постепенно начинаю проникаться любовью к ним и даже купил себе просто попробовать несколько сортов. Мне нравятся гортензии в таком саду, у которых не очень плотные, не очень яркие соцветия. И здесь, в принципе, они такие довольно рыхлые. Но вот в той части, парадной части, там как раз еще и магнолия за гортензиями сидит, а дальше там рябина. И здесь вот они просто просили посадить гортензии. Ну, почему нет? Их ассортимент огромен. В компанию гортензиями посадила стильба, которые уже отцвели высокие. Дальше там пасконник, который тоже белым сидит. То есть тут довольно много белоцветущих растений. Вон кровохлебка там уже распустила белые сережки. И как бы это, чтобы была такая вот тема. Здесь, кстати, если говорить об экологии, я думаю, нам надо подойти чуть ближе. Меня ждал здесь некоторый провал, потому что мы это сажали перед периодом жары, и здесь погибло две или три астильбы, парочка бодяков, но это я все заменю. А главная сложность таких посадок здесь видно. С одной стороны, здесь большая плоскость мощения, которая нагревается на солнце. С другой стороны, здесь большая площадь остекления, которая дает отраженный свет. Пока здесь, вот магнолия была весной прекрасная. Здесь просто от жары, ну, когда у нас плюс 35 в течение недели, это значит, что на земле здесь уже еще выше. И несмотря на регулярный полив, потому что они очень ухаживают за садом. И вот все остальное растения немножко пострадали. Но я думаю, когда все это наберет свои объемы, и сирень вырастет, и магнолия подрастет, и гортензии поднимутся, и многолетники сомкнутся, здесь станет намного легче. Это, к сожалению, особенность посадок вот около больших площадей остекления. Я потом покажу еще одно место, где сложности. Ну, то есть не стоит этого бояться, это тоже, в принципе, растение адаптируется. Ну, в идеале бы сюда сразу посадить крупные деревья, которые сразу дадут тень. Но здесь нет того места, здесь нет места для крупных деревьев. Здесь будут кустарники, здесь будет вот рябина на заднем плане, сирень тоже метров до двух поднимется. Я думаю, что магнолия достигнет пары метров за несколько лет. В итоге здесь тоже будет легкая тень, плотность, потому что когда растения сидят плотно друг с другом, они испаряют влагу, и у них более благоприятные условия. Почему часто в жару полоть не рекомендуют? Потому что, когда вы убираете сорняки, ваши культурные растения начинают выглядеть довольно печально. Просто потому, что становится жарко и сухо. Любимый сюжет, который я случайно открыл, который мне очень понравился. Сосны Банкса со своими кривыми ветвями прекрасно сочетаются с такими же кривыми соцветиями головчатки. Ее рост здесь метра, ну, 2,5 точно. И это прошлогодняя посадка. То есть, я думаю, она еще будет чуть-чуть выше, 3 метра она, в принципе, достигает. Далее здесь злаки, потому что это некоторый такой вот фон. И здесь больше осенних растений. Астра Литл Карлоу, золотарник, фейерверк, солидастер, мордовник, очиток, кровохлебка лекарственная, которая, в принципе, самое непадающее растение из всех, которые у нас есть, из всех кровохлебок. Отдельно ценно, да. Да, ну вот, 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 видно, что она, в принципе, особо и не валит. Там одна валилась, одна, но большая часть сортовых кровохлебок любят валяться, и это ужасно. С точки зрения, вот, то есть это все вот лежит. Ну, хорошо, что ты мне об этом рассказал, потому что я только как раз собираюсь развести у себя кровохлебник, но не хотелось бы, чтобы это валялось все, как у меня сейчас валяется. Кровохлебка обыкновенная не валяется. Практически, если не очень питательные. Остальные сорта надо смотреть. Но их можно сажать вглубь, чтобы они валились куда-нибудь. Вот. На веник Карл Форестер. Угу. Или вот среди мискантусов. Кстати, за мискантусом сидят листопадные рододендры. Они там вообще аккуратно сидят на весну. Они не очень большие. То есть они работают до того, как вырастают травы? Конечно, да. Да, да. То есть немножечко картиночка сада, она меняется каждый сезон? Да. Весной мы можем любоваться рододендронами, потом их скрывают травы, соответственно, защищают их, возможно, и от солнца, и на зиму. Да, потому что здесь тоже есть, опять же, вот здесь южная сторона, южная экспозиция, дальше идет дорожка, и дальше идут посадки веника. Как видите, веник прекрасно себя чувствует в таком, в общем-то, довольно жарком месте. И он ростом, в принципе, я думаю, что 180
190 сантиметров. Ну, потихонечку у нас начинает возникать список растений, которые, мне кажется, прям нужны всем. Который, наверное, возглавляет веник Карфорстер. С веником история следующая. Это гибрид двух видов, один из которых довольно сильно, довольно агрессивный. То есть это вид нашей флоры, который довольно сильно заполоняет поля. Мы его, кстати, видели вот на соседнем... Ну, вот мы его видели, неважно. Он растет у меня в саду. Да. Коломогростис эпигеус, веник наземный, по-моему. Да, наземный. И вот поскольку он гибрид, он иногда сеется, и дает он не веник Карл Форстер, а веник наземный. Но вот так, чтобы это превращалось в какую-то катастрофу, чтобы это вот стало инвазией, пускай даже вида нашей флоры, я не наблюдал, вот по крайней мере в садах. Да, там 2-3 штуки вырастет, но вот та же кровохлебка сеется куда в больших масштабах, хотя это тоже вид нашей флоры. Все равно кровохлебку и веник я беру. Давай продолжим список растений, которые прекрасно составляют в нашем регионе экологичную экосистему. Перед въездом, рядом с парковкой, между парковкой и домом, куда выходят окна кухни, мы хотели сделать какую-то кулису, которая бы закрывала большую площадь мощения и создавала с одной стороны тень, а с другой стороны прозрачность. Это южная экспозиция, поэтому здесь опять же сосны Банкса, ирга и в передней части более солнечной находятся, соответственно, опять же, цветник из многолетников, устойчивых к засухе, то есть к вопросу об экологии. Да? То есть они переносят большое количество солнца, большую сумму положительных температур, то есть вот очитки, котовник, дальше идут шалфеи, чуть-чуть более в тенистом месте астильба китайская суперба, которая здесь выросла на 1.5 метра, дальше там кровохлебка торчит. Также здесь сидят сосны горные, сорт гном, и можжевельник горизонтальный, и можжевельник средний, которые работают для зимы. И все это, в принципе, себя прекрасно чувствует на солнце, получая, в общем-то, довольно много часов солнечного сияния и большую сумму положительных температур. А дальше, где-то с линии сосен, у нас начинается условно-лесная часть, полутень. Там растут рододендрон канадский, там растут разнообразные сорта голубики, то есть 3 группы по высоте, брусника, немного папоротников, немного копытня, то есть немного андромеды. То есть все то, что растет в полутени. Но на самом деле полутень там очень относительная, потому что с одной стороны сосны достаточно редкие, хотя со временем, мне кажется, станут плотнее, когда мы видели, какие они бывают. А с другой стороны от окна идет отражение, и поэтому там довольно много света, и там прекрасно черника. Голубика канадская, вот эти сорта высокорослых голубик, прекрасно вызревают. Вот это тоже какой-то экологический момент, потому что у вас здесь солнце, дальше у вас деревья тень, соответственно, в тени деревьев уже подлесок, потому что многолетники сажать уже странно. Ну, плюс еще голубики дают очень яркую осеннюю окраску. Здесь есть пара рододендронов листопадных. Вечнозеленые мы отсюда убрали, потому что они себя здесь плохо чувствовали. Все-таки, несмотря на устойчивость некоторых финских сортов, как Тагаага, например, к яркому, полному солнцу, они все равно себя лучше чувствуют в полутени. То есть весной им нужно легкое притенение. А здесь, соответственно, поскольку это южная экспозиция, большая площадь мощения, стекла, которые отражают солнечные лучи, это все приводит к большой инсоляции и к высоким температурам, и все-таки к ожогам. Ну, можно сказать, что здесь воссоздана такая немножко фантазийная лесная опушка. Где... Скорее лесостепь. Лесостепь, да. Ну, такая, да. Переходящая в полянку. Да. И декоративно здесь начинается ранней весной, потому что здесь есть луковичные, и заканчивается поздней осенью, когда, в принципе, остаются астры и злаки, и гортензии. Гортензии здесь тоже, опять же, потому что заказчицы очень любят гортензии, они здесь везде, и, в принципе, некоторые из них прекрасно вписываются практически в любой ландшафт. Но они дают вот это вот белое пятно, которое на самом деле немножечко нужно, мне кажется, в больших массивах многолетних. Оно рыхлое, оно прозрачное, оно розовеет. Вот мне как раз кажется, что вот белый цвет как раз-таки мне не очень нравится. Мне кажется, что он не добавляет ничего к этой цветовой гамме, но и не портит. Ну, как бы вот так. Ну, быть имеет право, я понял. Мы можем еще зайти в одно место. К одной точке переместиться. Обязательно. Вот здесь такой спонтанный дождевой сад, поскольку мощение и ливневая канализация шла так, чтобы вода стекала
на газон в дальнейшем, а тут у нас возник холм, мы здесь сделали понижение, которое идет дальше по уровню газона, к уровню газона и ниже, то есть вода стекает туда. А здесь просто локальное понижение, где растет щучка, дербенник, манжетка, ирис сибирский. Вот. Но щучка показала наиболее хороший рост за прошлый год, поэтому остальные растения здесь немножко затерялись. Но я думаю, что они наберут массу, либо пара щучек отсюда переедет в другое место. А далее идет холм, где сосна, где и опять же хорошо. И тоже частично живут вечно зеленые растения, типа горянок, рододендронов. Чтобы здесь тоже вот относительно низкое место. Здесь горец, который зимует щелиствой. Живучка, кстати говоря, Golden Chunk из Европланта, которая поддерживает вот там растущую дицентру. Она не пожелтевшая, нет, это сорт. Она сохраняет свой внешний вид, в этом году суховато и просто, и жарковато. Она сохраняет свой внешний вид практически дольше, чем хост. И больше, чем дицентр, она рано уходит вперед по полю. А вот этот вот сорт с золотистой листвой и розовыми цветами, он очень долго сохраняет окраску, ну и он чуть-чуть высветляет это. И к тому же прекрасно сочетается со стильбой китайской суперба. А вот... И опять же здесь можжевельники на зиму. Понятно, что частично это все будет многолетники убраны, когда можжевельники немножко размахнутся. Здесь хорошее место для рододендрона Гаага, а за ним уже верникаструм, который, в общем-то, добавляет на позднюю ну, достаточно часть лета. Большое такое видовое разнообразие, мне кажется, представлено. Но здесь минимальный уход, здесь практически, ну, вот отдельная прополка. Это за весь сезон пропалывалось, может быть, один раз. И сейчас, наверное, надо это сделать второй, потому нет, что не все растения набрали объем. Замечательный цветущий сад. Спасибо тебе большое, Витя, что нас пригласил. Мы получили большое удовольствие. Я очень рад, что такие сады у нас делают, что люди в них живут и радуются. В них комфортно и людям, и животным, и растениям. И помимо того, что это сад легкоуходный, он еще и продолжительно декоративный весь сезон. То есть круглый год. Здесь сочетается растения, которые декоративны, да, в разный период, несмотря на то, что они посажены вот довольно-таки плотно, все это выглядит гармонично, экологично. Более того, похоже, здесь уже сосна Банкса вовсю сеется, что говорит о том, что процесс запущен. Что здесь хорошо. Да. Да. Спасибо большое. С вами был канал Европлант Лайф и ландшафтный дизайнер Виктор Тропченко и ведущий Андрей Смирнов. Всего доброго. Большое спасибо. Всего доброго.